Привет, с вами Никита Жарков, и сегодня расскажу вам, как прыгать через шотбокс. Этот элемент можно отнести к базовым, однако, чтобы безопасно им овладеть, вам следует сначала научиться уверенно ездить на велосипеде и делать бани-хоп. Теперь к самому прыжку. Делайте все поэтапно. Для начала, естественно, будем прыгать на стол. Берем среднюю скорость. Перед началом радиуса вжимаемся, сгибая локти и колени. Вес тела при этом должен быть посередине велосипеда. Начиная с середины радиуса, плавно распрямляем конечности и добавляем руками небольшой бани-хоп. Это движение должно быть слаженным и четким, тогда полет будет стабильным. В воздухе можем помогать себе руками, немножко выдвигая их вперед. Также очень важно продолжать следить за тем, чтобы вес тела был посередине и никуда не смещался. Приземляемся на два колеса. Тело при этом не должно быть напряжено, это смягчит приземление. Только когда вы стабильно, ровно научились прыгать на стол и вас никуда не заваливает, можно переходить к прыжку через весь фанбокс. На самом деле все то же самое. Только нужно взять больше скорости и не бояться. Самое главное – это тот самый импульс, который вы накапливаете, когда вжимаетесь перед радиусом, и то, как вы превращаете его в вылет. Если я вам помог, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Riders. Всем удачи!